Ахбер. Эй, братка. Что? Это не ты тот боксер, который только что по радио вот моменты, которые били, передавали. Не ты тот. С чего ты взял? Слушай, что ты взял, что ты взял? Ушатал парня ни за что, ни про что, теперь говорит, что ты взял. Он умер? Да, конечно, умер. Что нет, он вот здесь бежит перед машиной, перед моей, ты не видишь, конечно, умер. Мне жаль, что так получилось, Флойд. Слушай, братка, есть одно момент, короче, давай, если ты сейчас шаурма у меня возьмешь, я тебе еще расскажу, как можно эти рамки обойти мусорские, чтобы тебя не замели мусора, короче, чтобы... Ладно, давай шаурму. Карапет Вилалобос. Красивое имя, ты мексиканец? А какой я мексиканец, Мексиканец. Из Бразилии, я из Бразилии. Из Бразилии, короче, имя мое означает то, что я только что родившийся смог уболтать акушера отвезти его до Руставели за 300 рублей. За 300 рублей от роддома? Да там же всего два квартала. Я смотрю, ты парень не промах. Да, конечно, не промах. Слушай, а как тебя зовут, братка? Меня зовут Валуев. А что твое имя означает? Валуев, Валуев. Это был мой первый бой в Америке. Мое имя пока ничего не означает. Итак, мы отвлеклись. Карапет, ты хотел рассказать, как мне избежать суда? Короче, слушай, Вася, я тебе расскажу один момент, который вот единственный для тебя приемлемый сейчас. Это ты, короче, я тебе на себе рассказываю, опыт имею уже. Берешь, покупаешь женское платье, наряжайся в бабу, идешь таксовать, Вася, таксовать, и движения бабки будут, и никто б тебя не заподозрит, телок никогда не заподозрит. Черт подери! Я купить этот диск 20 фильмов в один за 50 рублей на базар! Это нехорошо! Иван, идем кушать борщ! Слушай! Я же русский! Я пить только фотка! Иван! Фотка больше нет! Фотка дефицит! Карпачев перестройка! Я очень злится! Иван! Тогда я иди убивать медведь! Но! На смерть! Медведь сосать лапа! Я есть очень-очень злиться! Тогда я иди заниматься тебе! Нет!